получить ответ на один вопрос. Зачем я напал на Америку? Более 100 лет Соединенные Штаты держали весь мир в состоянии войны. Снова и снова мы наблюдали катастрофические последствия этой агрессии. Эти войны не принесли мира, они принесли только новые войны. США вели себя так, поскольку у них были самые крепкие в мире кулаки. Все, хватит. Это не начало войны, это конец всех войн. После Сан-Франциско весь свободный мир обратился против Атласа. Айронс окопался в своей штаб-квартире в Нью-Багдаде. Все контакты прекратились. Обе стороны знали, что теперь будет. Мы должны были прилететь вместе с 37-м десантным полком в самом начале на стадии шок и трепет. Затем отделиться, проникнуть в командный центр Атласа и убрать Айронса. Для Кормака это было именно тем, к чему он шел. Он ждал этого дня 5 лет. Планы поменялись. Зайдете с северо-востока. Будете прикрывать наших, когда они начнут атаковать цель. Есть, сэр. Мне даете что попроще? Простых вариантов тут нет. Не хочу выкладывать все карты на стол. У нас только один шанс достать этого ублюдка. Это все, что нужно. Я знаю. Просто выживи. Ты еще блеснешь на суде в Гааге, когда мы его туда притащим. Жду не дождусь. Ладно, удачи. Больше говорить было не о чем. Мы знали, что надо делать. Это было началом конца для одного из нас. Страж 2-1 подходит к БТР. Ромео Виктор 0, высота 5000 футов. Вас понял. Отсюда до Нью-Багдада идите на Бреющем. Кингпен, конец связи. Страж в воздухе. Подлетаю. Стреляй во всех, кто без маячка стража. Впереди 3 врага. Ну да, ребятки, блядь. Летать нафиг. Тут летать нафиг! Куда? Огонь по готовности. Митчелл, не высовывайся. Митчелл, высота до 2000. На 12. Первый левей. Береги зад, Митчелл. Береги обвал. Локти. Береги зад, Митчелл. Митчелл, оставайся в каньоне. Митчелл, пригнись. Есть тут летчик, я с меня такой летчик. А! Ах, бля! Да блин, нафиг, блин! Ах ты ж, бляха, мы. Да, ребята, эти. Вот так купить просто. Как кажется. Thank you.
смешно. Прошел, блин, как я запарил. Не люблю я летать, блин, на той горнице. Понял, 0-1. Вы пропали с радаров. Капец. 2-1. Мы заходим с азимута 315 на высоте 12-400 футов в двух морских милях от цели. Прием. Вот так вот. Полетали, вроде справились, блин, правда. Ну, гнули за три раза, блин. Ну, ничего, вроде бы так. Прошли. Вокруг города стоит несколько ракетных турелей. Это их ПВО. Если мы хотим добраться до КП, придется их вынести. Дистанция до цели 200 метров. Отключите экраны. Приготовьтесь к посадке. Да, прикольно, ребятки, конечно. Ну что ж поделаешь. Сейчас будем дальше воевать. Катапультировались. Вперед! Надо уничтожить. Я его вижу! Thank you.
Иди нахуй. Такошки, такошки. Ну что ж, ребятушки, давай дальше залазим. Сюда, папе. Я их вижу! Соседнее здание! Еще есть кто-то? Вперед! Бля, вот это прикольная фигня, блин. Видели? Это классно вообще, блин. Что это за фигня? Артиллерия выходит в нападение.
байку поменяем. Снайперка вещь. Хватайте стингеры, мы вас прикроем! Пошел, пошел! Митчелл, я тебя прикрою! Бери стингер! Зингер! Где зингер, блядь? Хватаю я, блядь, давай. Митчелл, я тебя прикрою, бери Зингер! А чё не берётся? Зингер, сраный. Ранен. Нужен медицинский транспорт. Немедленно! Нет. Это Мантикора. Отступаем. Выводите всех отсюда! Все, не герзо. Все, пиздец. Почему нас не затронуло? Айронс все учел. Для них это безопасно. Видимо, нам сделали прививки. Ответный огонь! Гад, бля. Граждане Нью-Багдада, крепитесь. Победа близка. Оглянитесь, и вы увидите, как наши враги падают один за другим. Каждый из вас может стать тем, кто изменит мир. Да, у нас будут потери, у нас будут неудачи, но не сомневайтесь, мы победим. Вы хотите спокойной жизни, и вы ее заслуживаете. Она скоро настанет. Но для этого
Куда это нас грузят? Ёханый бабы. Да, ребят, это, блин, было что-то с чем-то. Капец. Ясненько. Ну что ж, спасибо за просмотр. С вами был Владимир. До следующего видео. Это уже к концу подходит. До свидания.